Пугачев вошел в двери и сел на лавку, говоря при том, чтобы показали ему невесту. Сноха, взяв ее принужденно за руку, и подвела к Пугачеву, а он, сказав, что очень хороша, и говорил: «Поздравляю тебя, царицу», и дал ей, Устиньи, серебряных денег, точно не помнит сколько, а думает, что было рублей 30, и при отдаче он их поцеловал. Охотно или нет шла за Пугачева, неясно. По данным, что Короленко приводит, нет. От сватов в подполье спряталась и говорила при том: «Что ж они, псовы дети, ко мне привязались?» Да и казак молодой в женихах у нее уже числился. По другим источникам долго не сопротивлялась. Венчали их в церкви Петра и Павла 1 февраля 1774 года.